На сегодняшний день мы готовимся к чемпионату Европы, на который мы уезжаем через 2 дня. Перед ним у нас прошло 4 Кубка мира, которые были достаточно успешны для нас, благодаря нашей федерации, нашим судьям, тренеру, врачу, все, кто нам помогали. Поэтому я надеюсь, что мы подошли в очень неплохой форме к чемпионату Европы. И цели, задачи у нас, как всегда, одни. Пройти как можно чище все 4 вида и достойно представить страну Словения.